Россия, у них судьба и сложная проста, и любит свою армию народ. Солдаты землю кровью поливали, когда в боях отчизну защищали. Лишь только их Россия позовет, служу отечеству за свой честь. Еще понятия такие есть, свою Россию берегу, а по-другому не могу. Служу отечеству за свою честь, еще понятия такие есть, свою Россию берегу, а по-другому не могу. Своих теряя, которые не смеют отступать. Воспитанные мы армии Азов, традиции ее брошен мы по праву. И даже добытые славой на протяжении нескольких веков, служу отечеству за свою честь, еще понятия такие есть, свою Россию. Еще понятия какие есть, свою Россию берегу, а по-другому не могу. Служу отечеству за свою честь, добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, доблестные защитники Отечества, ветераны Великой Отечественной войны, тружники тыла, ветераны боевых действий и вооруженных сил. День защитников Отечества – это праздник силы, мужества, доблести и честного и преданного служения интересам России. Нет более высокого призвания, чем служить делу мира и защиты Отечества. Ватандық ақылысылар күнін бүтек болып яраттан байрамдардың бірі. Ол батырлық, қиылық, он хэм ватанға тұғырлық байрама. Это праздник, овеянный мужеством и доблестью российского воинства. Объединяет все поколения граждан нашей страны. Солдаты и офицеры современной России верны славным воинским традициям. Они достойно несут службу, надежно защищая интересы страны, мира и безопасности граждан. Туған илебеден куэтін арттырау, хам именлігін нығыту үсін көп күз алған ир-егіттәрібеді, хәрби хедметке тұрмыштарын дәйләген гүзел қатын-қыздарды. Был матур байрам менен ихлас ұтлай бар. С праздником чести, отваги и смелости, дорогие друзья! Приглашаем на сцену главу администрации муниципального района Янаульский район Вазигатова Ильшата Акзамовича. Добрый день, дорогие участники торжественного собрания, ветераны армии и флота, дорогой наш участник Великой Отечественной войны, уважаемые друзья, сегодня он у нас в зале один-единственный, Амирьян Нуриевич. Дорогие труженики тыла, уважаемые инаульцы, 23 февраля
замечательная дата для всей страны, день памяти и гордости. В этот день мы чествуем ветеранов, отстоявших нашу родину в боях, солдат и офицеров, которые сегодня на боевом посту, и всех, кто воинской доблестью и мирным трудом укрепляет славу и мощь великой России. И то, что этот день утвержден в календаре знаменательных дат России как всенародный праздник, говорит о политической воле народа, его стремлении воздать должное каждому, кто посвятил свою жизнь священному делу, служению интересам государства, охране спокойствия и безопасности Родины. На счету российского воина много битв и сражений, в ходе которых солдаты и офицеры проявили массовый героизм, самоотверженность. Мы по праву гордимся, что на нашей Янаульской земле родились три героя Советского Союза и многие сотни солдат и офицеров, посвятившие свою жизнь служению Отечеству. Бессмертным подвигом увенчали себя в веках наши уважаемые фронтовики, участники Великой Отечественной войны, честно и отважно, порой ценой собственной жизни, отстояв свободу и независимость родной земли. Но к нашему горькому сожалению, день ото дня редеет строй ветеранов. На сегодняшний день рядом с нами живые свидетели лихолетия. Это 10 ветеранов Великой Отечественной войны, 293 труженика тыла. Мы обязаны продолжить эстафету, также честно служить Родине, гордиться нашей историей. Наша святая обязанность чтить память воинов, не допустить искажения истории о героических подвигах российского народа, сохранить мир, который отстояли они ценой собственной жизни. Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед внуку, одно поколение другому, это память о былом, об опыте прошлого, о людях, чьи дела и поступки умножали славу Отечества. Любая война, независимо от ее масштабов и цели, оставляет неизгладимый след в сердцах и душах людей. Судьбой более 500 молодых янаульцев стали далекие Афганистан и Чечня. И 14 янаульцев из этого числа не вернулись домой, к своим родителям. Не утихает боль невосполнимых потерь. Мы живем в непростое время. Последние политические события доказывают, как легко спокойная, размеренная и беззаботная жизнь может превратиться в кошмар и хаос. То, что происходит сегодня на Украине, не может не заставить нас задуматься о нашем будущем. Угроза терроризма и очаги напряженности на территории нашей страны и раньше вовлекали в свою орбиту судьбы многих янаульцев. Сотни юных наших земляков, работников отдела внутренних дел, стали участниками локальных вооруженных конфликтов и антитеррористических мероприятий. Заслуживают искреннего уважения молодые жители нашего района, которые достойно выполнили свой гражданский долг в рядах российской армии, овладели воинским искусством, став образцом подражания для сверстников. Гордость за них мы испытываем, получая положительные отзывы командиров войсковых частей. Подготовке призывников в районе уделяется большое внимание, так как моральная и политическая подготовленность каждого юноши – это надежная составляющая боеспособности российской армии и основа для нашего мирного созидательного труда. Радует, что сегодня молодежь выбирает для себя увлечение, которое приносит пользу, способствует ее всестороннему развитию. Физкультурно-оздоровительный комплекс, дворец молодежи, спортзал МКДЦ и муниципальный бассейн работают именно для ведения здорового образа жизни, что немаловажно для будущих новобранцев. Забота о ветеранах Великой Отечественной войны остается одной из важнейших задач государства и органов местного самоуправления.
На учете в администрации района по улучшению жилищных условий состоит один человек из числа ветеранов, вдов ветеранов, погибших или умерших участников Великой Отечественной войны. Этот бы список был нулевой, но один из ветеранов наших до последнего говорил, что ему не нужно обновлять жилье, он живет на селе, фамилии говорить не буду, но в последний момент он согласился, чтобы его поставили на учет. Я надеюсь, что мы до 9 мая свою работу по предоставлению жилья данному ветерану выполним. С начала действия программы обеспечения жильем 226 человек улучшили свои жилищные условия на общую сумму более 255 миллионов рублей. И ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках получают ежемесячные меры социальной поддержки. Уважаемые ветераны, офицеры и солдаты, каждый из нас понимает самое ценное, что есть в нашей жизни, это спокойствие и стабильность. Укрепление безопасности России, ее уверенное развитие, авторитет на международной арене во многом зависит от боеготовности отечественных вооруженных сил, от профессионализма и выучки солдат и офицеров. И сегодня тем сильнее наша благодарность и уважение к тем, кто носил и продолжает носить военную форму, кто бережет покой матерей, детей, стариков. От души желаю всем, кто воевал, служил и служит в армии, тем, кто готовится стать в ее ряды, и всем присутствующим долгих лет жизни, здоровья, успехов в ратной службе и мирного неба. Спасибо за внимание. С праздником еще раз. В 2019 году указом президента Российской Федерации учреждена юбилейная медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которая вручается ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Юбилейная медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» вручается участнику войны Нуруллину Амирьяну Нуруллиновичу. Амирьян Нуруллинович, вам также вручается подарок от имени администрации муниципального района Янаульский район. И подарок от предпринимателей города Янаульск и Янаульского района. Дорогие друзья, ваши аплодисменты нашим ветеранам. Юбилейная медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вручается труженикам тыла Хакову Ансафу Сафиновичу. Абдуллиной Раисе Гариповне. Хайрнамановой Софии Шайхиевне. Шагабуддиновой Бибизикан Шагабуддиновне. Гарриевой Райхане Мудагаровне. Владиславу Сентикьяну Митьяновичу. Шараеву Елизавовну Шараповичу. Возле отметовой на стене Гаяковне.
чемпионате на средине. Бориславовой Касине Иславовне. Султановой Альфии Хаматвалиевне. Низамову Замиру Хасановичу. Зубаира Петрусидиевна Гарифуллина. Насретдинову Тахиру Исхаковичу. Гапсаликову Галимхану Гайсиновичу. Имаеву Анасу Имаевичу. Ганиеву Назгату Хадиевичу. Исламову Зайкату Фатхисламовичу. Слова благодарности сегодня выражаем женщинам, матерям, чьи сыновья вдали от родного дома выполняли самый главный и почетный гражданский долг, охраняли мир и покой нашей страны. Память о ребятах в наших сердцах были и будут и останутся навечно. Памятный знак семье погибшего защитника Отечества вручается Ахмадишиной Рауфе Абзалетдиновне. Имановой Салиме Шакировне. Петровой Римме Ахьяровне. Сандаковой Галине Семеновне. На
Насибуллиной Туктафии Тимербаевне. Пожалуйста, фотография на память. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Все эти аплодисменты вам для ваших сыновей. Спасибо вам, близкий вам поклон, дорогие мамы. Спасибо. Дипломами администрации муниципального района Янаульский район на лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе среди сельских поселений, предприятий и организаций города Янаул и муниципального района Янаульский район награждаются. За третье место администрация сельского поселения Максимовский сельсовет. Общество с ограниченной ответственностью Янаул-Водоканал. За второе место награждается администрация сельского поселения Миссегутовский сельсовет. Общество Янаульские электрические сети. За первое место награждается администрация сельского поселения Кисакаинский сельсовет. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Янаул. Ильшат Акзамович, пожалуйста, фотография на память. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты. Спасибо, дорогие друзья. Поздравляем вас с вашими заслуженными наградами. Хочу довести до вас, уважаемые участники торжественного собрания, юбилейные медали, как я уже сказал, до 9 мая получат все их обладатели, а это 295 тружеников тыла, плюс еще 9 ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогли сюда прийти. Участникам войны мы завтра объездим, всем раздадим. Но дальше будут вручения. Я это говорю для того, чтобы не волновались труженики тыла. На 8 марта торжественное мероприятие также будет с вручением медали. Всем здоровья, успехов, благополучия в нашей мирной жизни. И пусть будет мирный мир. Спасибо. Башкортостан, ошо һүҙҙе ишетеү менән елкенеп ҡуя минең йөрәгем. Башкортостан, минең тыуған ерем. Башкортостан, минең төйәгем. Thank you.
отцу. И наш народ гордится армией по праву. Thank you.
приглашаем на сцену военного комиссара города Янаул, Янаульского и Калтасинского районов Республики Башкортостан Харисова Марата Кавыевича. Дорогие ветераны, дорогие ветераны боевых действий, ветераны вооруженных сил, товарищи солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы, офицеры запаса. Дорогие друзья, во все века героизм и мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия российского государства. Уже несколько десятилетий мы верны традиции широко и всенародно праздновать День защитника Отечества и отмечать его с особой торжественностью и теплотой. 23 февраля – это день воинской славы России, которую российские войска снискали себе на полях сражений. Изначально это мне был заложен высокий смысл – любить свою Родину и в случае необходимости уметь ее отстоять. Особое внимание и значение День защитника Отечества приобретает год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В России Великая Отечественная война коснулась абсолютно каждой семьи. Для всех и для каждого победа советской армии – это величайший подвиг народа за всю мировую историю. Эта война, которая унесла столько жизней, ни в коем случае никогда больше не должна повториться. Я хочу выразить особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, которые вынесли на своих плечах все тяготы военного времени. В боях отстояли свободу и независимость Родины. Крепкого вам здоровья! В России испокон веков уважают ратный труд. Наша многострадальная земля пережила много страшных и кровопролитных событий. Нападали на Русь часто, а оборонялась она всем миром. И впереди неизменно были бесстрашные русские войны. Поэтому вся история государства российского неразрывно связана с историей воинства. А армия была и есть и остается неотъемлемой составной частью русского народа. Этот крепкий союз был нужен нам всегда. Благодаря ему в самые тяжелые времена Россия отстаивала и свою независимость, и свое достоинство. Мои особые слова благодарности всем, кто сегодня находится в боевом строю, в том числе и нашим землякам. В настоящее время 99 янаульцев проходят службу по призыву и более 70 по контракту. Они защищают российскую землю, национальные интересы страны. События последних лет показали, альтернатива для нашей страны очень простая. Либо Россия будет сильной, либо ее не будет вообще. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует. Растет интерес к нашей военной истории, к традициям, понимание того, насколько важно гражданское патриотическое воспитание. Каждый юноша должен ощущать себя защитником, чувствовать ответственность за своих близких и за Родину в целом. Своих защитников надо растить и любить. Они должны знать, что нужны своей стране. Ведь от их труда, выучки, опыта зависит боеспособность вооруженных сил, а значит и спокойствие всех граждан государства.
Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько как годовщину Великой Победы или день рождения Красной Армии. Сегодня как день, сколько как день настоящих мужчин. Я искренне верю, что образ защитника ассоциируется с каждым мужчиной, живущим в нашем районе. Многие из вас прошли срочную воинскую службу. Некоторые являются офицерами запаса. В зале сегодня сидят ветераны вооруженных сил и ветераны боевых действий. И все вы, без исключения, сегодня верно служите общему делу, приумножаете трудовые достижения, важные для развития района и страны в целом. Считается, что 23 февраля – это исключительно мужской праздник. Но в нашей армии служит и немало женщин. Они стойко и с достоинством несут свою службу. Поэтому сегодня по праву и их день. Дорогие друзья, в настоящее время мы сможем быть спокойны за мир на нашей земле, за чистое небо над головой, благодаря настоящим защитникам и патриотам Родины. Я от всей души поздравляю всех, кто носит погоны. Ветеранов войны, ветеранов вооруженных сил, ветеранов боевых действий, мужчин, как защитников родной страны, будущих воинов, гражданский персонал вооруженных сил и всех жителей района с Днем защитника Отечества. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть вашу жизнь всегда освещает великая слава побед российской армии, сила и мощь русского оружия, любовь и преданность своей отчизне. Спасибо, с праздником! Удостоверение регионального отделения Республиканской общественной организации ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан вручается гвардии старшине Закирову Наилю Саримьяновичу. Гвардии сержанту Абулгазину Рустему Гайнуловичу. Гвардии ефрейтору Чанышеву Ришату Фаниховичу. Гвардии рядовому Нургаянку Рустаму Рашидовичу. Общественная организация «Ветеран ВДВ» и «Спецназ». Вот как раз мы, ребята, для первых членов поздравляем. Спасибо.
Внимание! В аптеках «Фармленд» феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с «Фармлендом». Внимание, только один день. 20 марта в пятницу в МКДЦ города Янаул состоится выставка продажи модных, элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новые весенние коллекции для женщин всех возрастов. Производство Россия. Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, ветровки, пальто из драпа. Внимание! В аптеках «Фармленд» феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с «Фармлендом». Внимание, только один день. 20 марта в пятницу в МКДЦ города Янаул состоится выставка продажи модных, элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новые весенние коллекции для женщин всех возрастов. Производство Россия. Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, ветровки, пальто из драпа.